Добрый день, дорогие зрители канала «Это интересно». Сегодня мы подготовили для вас астропрогноз для всех знаков зодиака на 15 апреля 2019 года. Итак, для начала общий прогноз. 15 апреля 2019 года предвидится немало суетных дел. Кто-то проведет много часов, пытаясь получить ответ от какой-то важной инстанции, кто-то будет ликвидировать служебный аврал, кто-то бороться с бытовым несовершенством. Устав от этих трудов, самое правильное – предоставить себе полноценный релакс, как физический, так и моральный. Вечером не приветствуются утомительные диалоги за жизнь, обсуждение сплетен, мировых новостей или финансовое планирование. Овны. Ваше умение слушать других людей в сегодняшний день будет особенно кстати. Информация, полученная от знакомых, окажется весьма ценной, она способна привести овнов к новому источнику дохода. Вечером по дороге домой остерегайтесь собак, велика вероятность проявления со стороны наших меньших братьев агрессии по отношению к людям. Сегодня овнам можно позволить себе делать дорогостоящее приобретение, покупка не нанесет серьезного ущерба бюджету, зато доставит много удовольствия. Тельцы. Сегодняшняя обстановка на работе немного испортит настроение тельцам. В делах профессионального характера потребуется нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Если вы чувствуете, что можете свернуть горы, то ваш энтузиазм послужит примером для окружающих. Вторая половина суток – самое время для успешного завершения старых дел и начала новых. Вечером посвятите свои планы вторую половинку. Вероятно, что получите дельный совет. Также найдите немного времени перед сном и уделите внимание младшим членам семьи. Близнецы. Близнецам не следует сегодня вдумываться в смысл происходящего, а любая инициатива может иметь совершенно обратный результат. Однако настойчивость в достижении конкретной цели может быть вознаграждена начальством. В такие дни, как сегодняшний, особенно важно прислушиваться к общественному ритму жизни. Если близнецам удастся действовать согласованно с другими, можно свернуть горы. Многие проблемы потеряют остроту, а многие и вовсе исчезнут. Раки. Настройтесь сегодня на дипломатическую волну. Главное, не принимайте ничьей стороны. Будущее расставит все по своим местам. Возможно, пришло время подумать о том, с кем разделить груз домашних обязанностей. Если вы имеете четкое представление, что на данный момент для вас важнее всего, смело беритесь за осуществление намеченных планов. Однако не стремитесь командовать парадом, поскольку роль первого лица сейчас не для вас, но и находясь в тени, можно сделать не меньше. Львы. Из отдельных мелочей складывается единое целое. Сегодня представителям зодиакального знака Лев нужно, как ни в какой другой день, уделять максимум внимания деталям происходящих событий. Много времени уйдет на телефонные разговоры, а двери вашего дома или офиса не будут успевать закрываться. Все захотят получить нужный совет. Если вам нужно с кем-либо договориться, назначьте встречу на вторую половину дня. В послеобеденный период ни один оппонент не устоит перед вашим красноречием. Девы. Постарайтесь в сегодняшний день освободить близких вам людей от работы по дому. Результат их деятельности вряд ли вас порадует, только лишь принесет раздражение. Возможно, возникновение денежных проблем, на решение которых уйдет много времени. Вторая половина дня прекрасно подходит для светских мероприятий, вечеринок в приятной компании. Легкое, непринужденное общение с людьми девам сейчас просто необходимо. Можете позволить себе легкий, ни к чему не обязывающий флирт, не беспокойтесь, вас поймут правильно. Весы. Этот день чрезвычайно благоприятен для весов. Удача везде и во всем, вероятность осуществления ваших радостных планов и самых сумасшедших желаний весьма высока. Попытайтесь не упустить свой шанс, ведь именно в этот день везет даже самым ленивым весам. Вы можете осуществить свои планы, касающиеся карьерного роста, однако для этого придется пойти на конфликт с партнерами по бизнесу. Предложения по смене места работы или места жительства, поступившие в этот день, потребуют тщательного обдумывания. Сориентируйтесь в выборе, основываясь на мнении и советах близких вам людей. Скорпионы. Этот день требует от вас сдерживать свои эмоции. Скорпионам придется делать не то, что хочется, а то, что нужно в соответствии с нынешними условиями и ситуацией. Увы, в сегодняшний день скорпионы не будут баловнями судьбы, хотя вас ждет приятное общение с неординарными и интересными людьми. Сегодня не просто будет найти поддержку у влиятельных людей. Старайтесь придерживаться установленных правил и традиций, а также действуйте исключительно в рамках приличия. Стрельцы.
В этот день особое значение для стрельцов прежде всего приобретает проявление во всем осторожности. Не исключены интриги, в результате которых можно оказаться козлом отпущения. В данных обстоятельствах отсидеться в стороне не получится. Сегодня самое время сделать то, что вы давно себе обещали, но не могли позволить. Отправляйтесь за покупками. У стрельцов в этот день есть все шансы осуществить спланированные ранее денежные акции и заключить сделки. Вероятность получения прибыли очень высока, однако не забывайте про осторожность. Козероги. Постарайтесь сегодня не выделяться из толпы. Козерогов могут спровоцировать, специально втягивая в чужую игру. Вообще, лучше придумать какую-либо местную командировку и вернуться на работу, когда все страсти уже улягутся. Вечером будет уместно вспомнить простую истину, что взрослые – это большие дети. Отправляйтесь в заведение развлекательного характера, посетите боулинг или каток и обязательно возьмите с собой детей. Радость от совместно проведенного отдыха запомнится надолго детям, а вы получите необходимый заряд энергии. Водолеи. С самого утра не исключены юридические неувязки, однако к началу второй половины дня фортуна улыбнется водолеям и деловые встречи пройдут как по маслу. Займитесь сегодня планированием. Все запланированное сбудется. Предложения, обещающие хорошие денежные перспективы, стоит рассмотреть, не откладывая в долгий ящик. В сфере любовных отношений возможен застой. Также вероятны внутрисемейные конфликты, дабы их избежать, придите домой немного позже обычного. Рыбы. Информация, полученная рыбами в сегодняшний день, пригодится в будущем. Запомните или еще лучше запишите содержание бесед, только свою заинтересованность лучше не афишировать. Чтобы получить сегодня выгоду, предстоит схитрить. Могут возникнуть сложности с законом и с выполнением взятых на себя обязательств. Однако активность и везение, обусловленные нынешними планетарными аспектами, позволят благополучно разрешить все проблемы. Вечером избегайте шумных компаний, ссора может разгореться буквально из ничего. Большое спасибо вам за просмотр и прослушивание. За следующим гороскопом заходите завтра утром, а также подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. До новых встреч в новом видео на канале «Это интересно».